уже при свете прожекторов. Ну вот составы, первый круг сыгран, и таким образом мы уже... Хозяева поля, футболистки «Зенита», ну а затем уже, говоря, уже знакомиться, да, с составами играющих команд. Самое время, значит, конец. Футболистки «Рязани», мяч выбить подальше. Очень хорошая передача на ход Дегуровой от Степановой. Передача Белова. И вот это касание уже, может быть, уже именно то, что мы сейчас начинаем наблюдать на уровне профессионально. Вот Татьяна обыгрывает, пробивает. И здесь не получается у нее удар. Полуфланг ушла. Сочнева тут на скорости врывается. Входит в штрафную. Будет ли подача? Подает. И мяч очень удобно для Маргариты Широковой. Коснулся соперника Степанова. Подъела. Морина будет разворачиваться, бить. И над перекладиной мяч проходит. Без забитых мячей играла команда. Сочнева. Обводящий удар красивый. Добавить к времени первого тайма. Да, были остановки. Шадрина. Ой, какая скидка назад. И после этого нарушает правила Людмила и зарабатывает красную карточку. Ну что ж, на ровном месте это приходит, друзья. Просто на ровном месте. Фол. Фактически из воздуха. Давайте с вами еще раз смотреть повтор. Юлия Гриченко. Давайте смотреть. Неудачная передача. И после этого, да, задержала. Лазаревич дает уже свисток. Пробегает. Пробивает и в перекладину попадает мяч. Или даже в штангу. Сейчас посмотрим на повтор. Как раз так Юлия Запотичная и резервный судья даже немножко перекрыли обзор. Еще один удар. И опасно как. Алпатова пробивает над. 4-4-1. Да, вынуждена, но... Наполнение зон будет именно таким. В составах разных команд с «Рязанкой», «Звездой 2005» и с «Рязанью». А мы смотрим за атакой «Зенита», пока я долго рассказывал про капитана. Шестернева пробивает. Отскок неудачный, но и здесь мяч уже все-таки побольше обострения. Георгий Шибаршин. Пошла передача в штрафной. Перепечина бьет. И прямо в руки Гриченко попадает мяч. Да, вот очередной раз в отборе. Уже перепечена Гриченко. И есть, наверное, первый сейф Юлии в этой игре. Рязань дальше продолжает напрягать и уже убивает мяч. Да, понятно, что такое редкое имя, но вот оно есть. Пока же удар опасный. Нет, здесь, конечно, Гриченко успеет. И, возможно, еще одна подача. Да, вот туда нагружают, нагружают «Зенит». Еще раз кулаками. Белова не успела. Ведь мяч Алпатова. Дальше продолжается атака. Обложили владение «Зенита». И теперь уже... Дергаусова на подаче. Это подача туда вот Гриченко. Опасно! И забивает гол Рязань. Забивает гол. И вот именно сейчас очень удачно отскочил мяч Кукович. И она словно ждала этого. Шибаршин. Замена, которая была от Красновой. И в итоге отбивает она его мимо Шестерневой. И все. И в этот момент, друзья, раздается свисток, который говорит о том, что одержала победу рязанская команда. И набирает она 12 очков, перемещается в турнирной таблице на четвертую строчку. Тайме все-таки не сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Да, бились, да, боролись и выдали хороший результат с точки зрения, наверное, оборонительной игры. Но вот один удачный отскок и Вукович...